Массовый спорт, которым может заниматься каждый, даже не профессионально, а для поддержания физической формы и здоровья. Фитнес становится все более популярным. В ФОКах и спортивных центрах нон-стопом проходят занятия для каждой из групп населения. Фитнес – это не только практика, но и теория. В спортивном центре «Борский» прошел семинар. Не только для желающих заниматься, но и для тренеров. Он даст некий толчок. Толчок, чтобы пойти заниматься дома, заниматься на улице. Или все-таки прийти заниматься в зал, кто больше хочет, так скажем, профильно начать этим заниматься. То есть это и тренажеры, это профессиональные беговые дорожки, профессиональные кардиотренажеры. Фитнес – это больше отдых, это разгрузка для мозга, это разгрузка для тела. Ты можешь прийти с другом, с подругой, пообщаться, походить на беговой дорожке. С ростом этого направления растет и количество наставников. Подготовка профессионального тренера не менее важна. Ведь если специалист недостаточно квалифицирован, это может привести к негативным последствиям для здоровья его подопечных. Со своей программой на семинар приехала известный фитнес-инструктор Елена Петушкова. Она рассказала, как правильно расписывать программы тренировок для людей разного возраста, разного физического состояния и здоровья. Вижу очень много у моих коллег ошибок, какие-то не совсем, бывают профессиональные методики, берутся упражнения какие-то, насмотрелись инстаграма, да, а сами не могут правильно дать, но на самом деле опасно. Да, то есть, начиная с различных появлений травм, грыж, протрузий и состояния здоровья. Уже касаемо гастроэнтерологии и остальных, скажем, болячек. Проведение семинара для спортивного центра «Борский» – это еще один этап развития, а для его посетителей – еще одна возможность для занятия спортом. Для нас это обязательное условие развития всех наших зон активностей. И в этот раз мы развиваем зону пресс-центра. В дальнейшем еще очень много кейсов, интересных для местного населения. Думаю, что все у нас получится еще лучше. Для организаторов это первый опыт проведения подобных семинаров. И для дебюта 25 человек, пришедших сегодня сюда, уже неплохой результат. В дальнейшем на Борской базе также планируют проводить тематические семинары и самые разные спортивные активности. Среди направлений, разумеется, и фитнес. Артемий Катков и Максим Веселов. Время новостей.